вот сегодня происходит очередное отправление в пионерлагерь «Пионер», находящийся в станице Багаевская, Ростовская область. Мы отправляем 27 детей и троих взрослых, специально приглашенных руководством лагеря и нашими спонсорами Олесей Климук и Викторией Немченко, которые, как обычно, являются спонсорами нашей поездки. Мы надеемся, что наши дети получат удовольствие, наберутся сил к новому учебному году. За 21 день они пройдут оздоровление, вернутся с большим количеством сил. Надеемся, им понравится и захотят вернуться туда-обратно. А расскажите о лагере «Пионер». Лагерь «Пионер» обустроен на 200 мест. Есть все для отдыха. Номера очень удобные. Мебель современная, посуда современная, кондиционеры, душ, горячая вода. То есть о таком отдыхе только можно мечтать. И, конечно же, рекатон. А не страшно отпускать? Как? А вы вместе едете, да? Мы уже были там, деткам понравилось. Уже были? Да, а расскажите об этом лагере. Как называется, насколько едете? Лагерь «Пионер» на 21 день. Лагерь очень хороший, нам очень понравилось. Там уже это уже есть. Там люди такие работают. В основном наши. А ну хорошо. Пионерские, поэтому все отлично. Детям, вот если, как, индикатор, дети. Детям понравилось, значит, все хорошо. А им очень понравилось. Они ждали уже, когда поедут этот раз. Скажи, папа, привет.